Пришли на рынок. Футболки 3 евро. Что? Ну, тут вообще разные какие-то вот названия. Вот смотри, с губами. Это надо каждую, что ли, смотреть. 2XL. Вот это мне подойдет прям. Вот это мне, наверное, налезет, да? Шка большая. Только, наверное, это. Вон какие я хотела. По 2 он евро есть. Это то же самое, только XL. Что ты хотела? Это я... Вот, смотри. Она более оригинальная. Шорты, штаны 10 евро. Обувь 15 евро. Трусишки 3 на 5 евро. Евро. Платки 1 на 6, 2 на 10. Вот это 2 евро. Может, платок Татьяне Витальевне привезти? Но она в платке все время, ты что, берет? Она в школе даже, не помнишь? Покруче платок по 10 евро. А вот такие тоненькие по 2. Пойдем по 2. Да, няйс. Девятый раз. Стой. Сам нет. Вон лосин как у тебя, да? О, Даш, с начесом. Тепленький. Петь тоже. Какие-то полотенца 5 евро. Вон сарафанчик на тебя 5 евро. Вот. Вот, смотри, болтаются. Шортики, да, стой. Не на Дашу, это даже на меня. Какой-то шарпотреп один. Так красиво. Так ты такие повязки не носишь. Лифчики. Фигивчики. Лагита чуля, 4 грана 5. Один.
подушку. Даш, вот, вот это мне нравится. Вот это вот. 4 евро. 280 рублей, что ли? А на, вот платок, видишь, висит на пляже. На пляже его расстилать. Вон, видишь, какой? Вот какие расцветки еще. Он, наверное, и отрекается круто. Вот это мне нравится прям. Это, видишь, такое. Может, нам купить за 4 евро? Все время потом брать его с собой. Че? Клевый. 7 на 4, 280 рублей. Вот это я прям обожаю. Особенно вот это. Ну, конечно, за 10 евро. Не, а че, вот так вот он делает. А ты знаешь, кто меня джинсовки научил? Вон, по 15 евро. Что? Знаешь, кто меня научил пайки показывать? Знаю. Кто? Света. Так, ну ладно, тут все кончилось, пошли туда. Может, уже обратно пойдем туда, куда пришли? Ну, по рынку пройдемся, ну, я не пойму. Он тут раз в неделю бывает. Почему? Там дальше еще есть. Косметика, там сало. Угу. Вот то, что ты это можешь пробовать, вот. Дегустация. Ну пошли, пошли, пошли. Орехи, яйца, рыба, что-то какая-то, хлебуля. Тут, может, какие-то экзотические фрукты сейчас будут. Сюда пойдем. О, какие перцы болгарские. Вот это перец. Кабачки. Вон манго, 2 евро. Ой, жесткий какой. Виноград, 2. Вот он твой, рубль 79. А там сколько было? Это сахарное яблоко? Давай брать. Или дальше пройдем, еще посмотрим, нет? Я просто сейчас хочу. А ты прям сейчас его будешь есть? Его же там как ложкой надо есть, наверное. Ну только она грязная.